Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня решила вам показать видео, что лежит в моей сумке, так сказать, летний выпуск. Буду рассказывать, что лежит в моей маленькой вот такой вот сумочке. Она на цепочке, и, пожалуйста, не очень ругайте меня сильно за вот этот вот грохот. Я постараюсь сильно не греметь. Так что, если вам интересно, что лежит в моей летней сумке, то оставайтесь со мной, желаю приятного просмотра. Что касается самой сумки, то купила ее очень давно, еще когда только бренд Parfumy пришел в Санкт-Петербург, появился магазин в галерее, я купила эту сумочку. И, честно говоря, сначала я ее практически не носила, потому что у нее очень тяжелая вот эта вот цепочка, и она оставляла следы на голых плечах, допустим, мне очень не нравилось, это раздражало. Но лето это выдалось без голых плеч, скажем так, у нас не очень теплое лето в этом году в Санкт-Петербурге, поэтому вот эта проблема решилась сама собой. Во-вторых, мне она в последнее время безумно нравится, как раз-таки сочетанием вот этого вот золота, серо-белая сама эта сумка, поэтому она подходит практически под все летние аутфиты. И безумно-безумно мне нравится. И также в нее все вмещается, что мне необходимо с собой носить. Ее можно носить через плечо, и можно носить, в принципе, даже в руках. Я ношу через плечо, поэтому руки мои свободны и очень-очень удобно. Так, что же у меня лежит в моей сумочке? Так, прежде всего, сверху у меня тут сразу же чехол с очками. Очки мои, мне кажется, не видел на моем канале только ленивый. Ну, сейчас на всякий случай еще раз покажу. Это Wayfarer Ray-Ban. Очкам уже 350 лет, покупала их очень-очень давно, но чтобы вот настолько мне шли очки, настолько они были крутые, настолько они были качественные, это одни-единственные, хотя в последнее время хочу себе еще кошки прикупить, но, честно говоря, пока не решилась ни на одни, потому что боюсь, что они мне будут все очень большие. Очень классный, удобный чехольчик маленький, и очень удобно класть именно в маленькую женскую. Также, естественно, у меня лежит кошелек здесь. Кошелек у меня вот такой вот, уже показывала тоже, из кожи под какую-то вот рептилию, типа крокодила или еще что-то. Здесь такая бабочка. Но кошелек, я не фанат своего кошелька, потому что я хочу себе все-таки большой купить, где купюры вот так вот лежат, скажем так, не сгибаются. Мне больше нравятся такие кошельки, более объемные, но на лето, допустим, вот этот будет более удобный бумажник, потому что он маленький достаточно по формату и вмещается в эту маленькую сумку. Здесь он состоит из трех вот таких отделений, куча-куча карточек, как у всех девочек. Болезнь моя – это вот огромное количество всяких чеков, даже не знаю, что тут за чеки. Натура Сибирика. Что-то я еще оплачивала. Огромное-огромное количество чеков. Телефон оплачивала. Как я могла оплатить телефон, если у меня йота? Кстати говоря, у меня йота, если что. Так. Не важно. Не суть важно. 1000 рублей. 1000 рублей это папе оплачивали телефон. Так. И, конечно же, у меня тут чек. Пятерочка. Йогурт Данон, печенье Барни. Это я покупала после зала. Я позанималась, у меня было кардио, у меня была йога, я пошла, купила печенье Барни. Единственное, что когда здесь куча-куча мелочи, этот кошелек не закрывается, жутко меня этим бесит. Именно, наверное, поэтому я хочу более такой вот длинный бабский вариант, но не знаю. Я, честно говоря, вот кошелек хочу следующий брендовый уже покупать, и как-то вот мне выбрать это очень тяжело. Также у меня здесь мои записи по фитнес-дневнику, что я буду рассказывать, кстати говоря, да, на моем канале запускается новый проект «Фитнес-дневник», буду с вами обсуждать, рассказывать вам о своих успехах, буду делиться какими-то хитростями в питании, в похудении, в наращивании мышечной массы, все, что связано с этим, все будет в отдельной рубрике «Фитнес-дневник», и всех вас я туда приглашаю. Вот, а здесь у меня вот в таком виде хранятся мои записи, майндмэпы
Поэтому фитнес-дневник. Следующее, это, конечно же, огромнейшая косметичка. На самом деле она очень маленькая. И отдельно сниму вам видео, прикреплю здесь ссылку. Я почистила конкретно косметичку, оставила все самое-самое необходимое на лето. Все остальное убрала, отдельно храню. А, кстати говоря, да, бренд сам очень бюджетный. Естественно, сумка из кожзаменителя. Ну, выглядит круто, честно. Это единственная моя любимая, наверное, сумка из кожзаменителя. Ой, кстати говоря, опять чеки. Ой, это лента. Лента. Что-то тут даже с банковского этого оплачивали. А, 2 339. Господи, кто столько ест? Я. Так, что еще у меня здесь хранится? В кармашках вот в маленьких. Здесь обычно в этом кармашке еще телефон. Но сейчас тут лежит карта метро. Такая рекламная. Также лежит визитка моего тренера в фитнесе с телефоном. И также лежит манго-визитка. Я когда искала себе комбинезон, обзванивала манго, мне там дали как раз-таки эту визиточку, чтобы я звонила по номерам. И что-то у меня здесь еще лежит. Какие-то непонятные номера. Не знаю, не я писала, не мой почерк. И также блоттер. Такая полосочка из Ревгоша. Слушайте, это, наверное, реплика Beach Walk, по-моему. Я очень-очень хотела на лето этот парфюм, но я знаю себя, я не буду пользоваться зимой этим парфюмом. Скорее всего, вот он у меня будет чисто летний, еще один летний у меня есть, и поэтому я очень хочу в ручке этот парфюм, чтобы именно вот там в сумку его кидать, еще что-то в этом роде. Но редко его где вижу, когда я его где-то вижу, у меня вдруг... Так, а вдруг он мне не нужен, а вдруг я им не буду пользоваться, я ухожу. А вот когда я понимаю, что мне очень он нужен, я прихожу к стенду реплика, там нет именно парфюмов в ручках маленьких. Не знаю, человек дурак. А, так, дальше у меня тут отсек для ключиков моих. Ключики мои, наверное, тоже показывала. Вот этот вот прекрасный брелок. Привезла его из Италии, из аэропорта. Фьюмичино. Здесь написано Италия, Рим и в сердечке вот такой вот Колизей. Потрясающая вещь вообще. Очень круто выглядит. На самом деле было три брелка. Был еще итальянский сапожок сам, вот этот остров. Не остров, полуостров. И там цвета флага так же, как здесь. И была еще Италия, по-моему, с машинкой. Я раздала своим подругам близким. Точнее, я им привезла два других брелка. Так, дальше у меня здесь отдельный вот такой вот кармашек. Точнее, два тут таких больших кармашка. Раз и два. Что у меня здесь? Ну, как всегда. Это еще, кстати говоря, наушники от iPod'а. iPod уже где-то почил смертью храбрых или не знаю, но он у меня пропал просто прошлой зимой в результате всех переездов туда-обратно и все. И нет у меня больше iPod'а. Это, кстати говоря, наушники от него, все, что от него осталось, и я их храню и пользуюсь ими с нежной любовью, и до сих пор не распаковала наушники от iPhone'а. Да, кстати говоря, здесь обычно еще лежит iPhone, да. Так, о, я давно тебя искала. Это зарядка от селфи-палки. Здесь обычно, кстати говоря, в выходные лежит еще селфи-палка. Но сейчас я забыла ее сюда закинуть. Точнее, просто на этой неделе так получилось, что нет у меня настроения снимать влог. И поэтому селфи-палки здесь нет. Это зарядка от селфи-палки, она либо отсоединяется вилка от зарядки айфона, либо подключается к ноутбуку. Очень быстро заряжается, очень крутая штука. Селфи-палка, а не зарядка к селфи-палке. Так, у меня здесь пропуск на работу электронный. Также у меня здесь, что это такое? А, это был билет «Петербург-консультант». Я работаю бухгалтером, хожу на конференции, на семинары по бухгалтерии, по изменениям законодательства. Вот это был билет, потому что сейчас мы сдаем отчетность, а перед этим мы ходим и узнаем, как сдавать отчетность. Invisibubble черного цвета. У меня есть еще прозрачный и есть mint.
Candy Apple или как-то так, короче, говорят, цвет Тиффани, вот что-то в этом роде. Воск для ногтей, Ланг и Ланг, лечила очень долго ногти свои. Мне он понравился, он укрепил ногти, совсем, конечно, не решил проблему расслаивания ногтей, но укрепил очень хорошо увлажнил, а для кутикулы это просто обалденная вещь, моментально сразу решает все проблемы с кутикулой, поэтому всем советую, это воск для ногтей Спивак, у меня с запахом иланг-иланга, единственное, что вот иланг-иланг это специфический достаточно запах, не для всех, не все как полюбят его, потому что он дико такой насыщенный, вот, прям вот дико-дико, поэтому у меня, если я прям вот руки сохнут очень сильно, особенно зимой, я прям натираю до блеска свои ногти, то к вечеру у меня уже голова болит от этого запаха. Надо еще один какой-нибудь воск взять себе, какой-нибудь более нейтрального вкуса и запаха. Также у меня здесь в этом кармашке пластырь, я девочка, я ношу летом каблуки, мне необходим пластырь, и тональный Affini Matte Perfecting Mattifying Foundation 24 Golden Beige. По-моему, я его когда-то пробовала, и он мне не очень понравился. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях, понравился вам Affini Matte или не понравился. Советуйте, не советуйте, потому что я не знаю, пробовать этот пробник или нет. Далее у меня здесь флаер. Скидка 20% на все меню до 31 августа в ресторане Мега Дыбенко. Мама Рома. Надо будет сходить, кстати. Паспорт у меня обычный, российский, я не замужем, ничего показывать вам не буду. Но совушки это прям вообще прелесть. Это прям вот... Прям вся я. Так, это все, что лежит в моей сумке, все, что я вам хотела показать. Если видео вам нравится о сумках и понравилось мое видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, маленькая или большая сумка у вас на лето, храните ли вы в ней все, что можно и нельзя, или вы также стараетесь на лето облегчить свою ношу и сложить только самое-самое необходимое. И все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в новых видео.